Доброго времени суток, ребятки. Мы пока дома, на улице неимоверно печет солнце, ветра вообще нет, полный штиль. Поэтому пока нашла уголочек, где не так солнце засвечивает, просто хочется, чтобы и цветам же было солнце. У нас оно настолько бывает редко, что мы радуемся, если солнышко, лучи бьют нашим цветочкам, то этот момент нужно ловить и поймать и словить. О! Значит, сбегала я на рынок сейчас, буквально 5 минут назад зашла, купила рассады по 15 гривен. Значит, черный принц и розовая крупная какая-то, розовый гигант. О, и черный принц, это темная, помните, черная такая почти помидорка, но она всегда вкусная, кстати. Мы вот даже редко-редко, но зимой покупали, и она вот действительно, когда ее кушаешь, она вот посленовыми пахнет, такой землей отдает. Вот. И еще докупила кукурузки. Ждем, когда немножечко наползут, хотя бы чуть-чуть наползут тучки, чтобы нам полить огород и закинуть в землю кукурузу и немного бахчи. И досадить там, где пропал помидорчик, буквально досажу так местами, где там жучок подъел, или от солнца она умерла, или, ну мало ли, все же бывает, да, ничто не вечно. Вот, и что, всех вас, значит, всех зрителей канала, всех подписчиков канала, всех девчонок и мальчишек хочу поздравить с Днем Матери. Это действительно великолепный праздник. Ну, честно сказать, ну, я не знаю, как вы прожили жизнь, но когда мы были молодыми, как-то не то, что мало об этом говорилось, именно о празднике, а как-то оно было в календаре, но, по-моему, даже на год не один день, не один раз, то есть этот праздник попадался. Но, в принципе, даже не от Дня Матери зависит наше отношение к нашим мамам, папам, родителям вообще, ну, в принципе. У кого они есть, всем огромный привет и здоровья, а у кого их нет, давайте сегодня вспомним о них добрыми, хорошими словами. Ну, не было такого дня, чтобы мы о них не помнили. Это не то, что дань, это, ну, оно соединено одной ниточкой, одной цепью, я не знаю. Мама – это святое, ну, папа, вся семья, вся родина – це дуже, воно в памяти є і воно завжди буде. Ну, это не передать, потому что, знаете, когда вот родители есть, вроде мы их и ценим, и уважаем, и в гости ездим, но когда их, вот приходит момент, когда их не стало, ты начинаешь как-то над своими ошибками задумываться, обдумывать, что я сделала не так, может быть, мало было внимания, может быть, мало было любви, может быть, надо больше. Но это, в принципе, у каждого человека, это, ну, подвластно человеку, когда имеешь... Ценишь, но не так, как нужно, а когда уже их нет, то переоцениваешь все и думаешь, ну и так, не так, и так, не так. Может быть, я только, ну я думаю, это многие так, не только это о себе я так хочу сказать. Согласитесь, пока родители есть, мы думаем, да ладно, завтра зайдем, ну ладно, послезавтра заскочим. А они не вечны, и мы не вечны, ничто не вечно. Но, в принципе, не знаю, вот как-то так на душе, вот даже, давайте подумаем, когда вот съездишь к родным или близким, когда они живы и здоровы, ну, хорошо на душе, хорошо. А сейчас приходится ездить на кладбище, просто постоять, посмотреть на фотографию, пообщаться глазами, душой. Это ужасно и больно, и страшно, но это суть бытия, нам не поменять, не изменить ничего. Поэтому, кто жив, родители, цените их, уважайте, больше приезжайте в гости. Не просто звоните, как вы там, а лучше приехать, пообщаться, обнять. Даже запах мамы и то, это родное, правда? Всех вас с праздником. Вот такие, ребятки, дела. Значит, вчера день такой был как-то, он не сумбурный, но мы зависели от того, как сложится дорога. Мы не знали, надолго мы едем, ненадолго, как дорога, как сложится. С бензином была же вот эта вот проблемка, возвращались. Ну, то такое. И поэтому поздно вечером вышел, значит, на канал видео про лес, про вот эту поездку. Но он был таким, скажем, не то что не собранным, но таким-то, немного таким, знаете, кучерявым, что ли, не знаю. Вот. Ну, а сегодня уже ждем огорода и что-то будем, хотя, кстати, сегодня открываю Facebook и фотографии огород. Думаю, боже, а что сюда мой огород светится? Оказывается, они сейчас все одинаковые. Где-нигде вылезли там огурчики, помидорчики, потом лучок, чесночок, что-то повылазило. В основном земля еще такая, нет сорняка, она серо-черная, думаю, тю, мой огород. Потом смотрю, не-не-не, не так посажено.
в принципе, сейчас у нас что? Сорнячок просыпать, где-то что-то полить. Но опять-таки полить нужно вечером или рано утром. Рано утром не получается. Вот, поедем уже во второй половине дня. Степашка довольный уже. Кстати, сегодня он меня расстроил утром. Поспать-то хочется в воскресенье. Ну, хотя я тоже не любитель таких валяний. Я уже эту тему открывала, не буду акцентировать. Ну, то есть, где-то, наверное, в районе 6, полседьмого, около 7, Степа тупо начинает мяукать. Я говорю, господи, да что же это такое со Степой? Никогда до того, до операции, он не позволял себе нас будить. А сейчас мало того, что ночью меня покусать хотел, но я его оттолкнула. А это просто тупо сидит и мяукает. Я лежу, он мне мяу и мяу, я раза три на него. Степан, ну тихо. Замолкает, но ненадолго, опять мяу. Короче, настырный. Витя говорит, ну сейчас борьба идет за выживание. Кто кого победит. Если ты сейчас пойдешь на уступки, встанешь и покормишь, то он будет постоянно мяукать. Ну, я не пошла, но раньше или позже я ему дам покушать. Ну, короче, он мяукает. Наглый кот. Не знаю, не замечали мы. Но опять-таки, все меняется, мы тоже меняемся. Я же говорю, что с возрастом и привычки другие, и, наверное, и желания, наверное, и стремления. Да, в молодости как-то думаешь о том, что, да, боже мой, до 30 еще лет, ой, жить и жить, господи, когда успею, все успею. Нет, нет. Они так быстро пролетели, что мы и 30, и 40, и 50, а они так шух, и как мгновение вылетели в трубу просто. Но опять-таки, ни о чем не жалеем, ни о чем, как говорится, не оглянешься, не поменяешь. Но в принципе, все хорошо, были бы все здоровы, был бы мир на планете, на нашей Земле, пускай будет мир. Всем вам хорошего дня, улыбок, позитива, радости. Ну, ребятки, кто может улыбаться, кто может радоваться, радуйтесь. У кого, я знаю, эти области, там происходят сейчас ужасные события, держитесь, крепитесь, сочувствуем, ну, душевно поддерживаем. Больше никак не поможешь, ну что ты сделаешь, такая наша доля, так выпала нам на нашу судьбу выжить, пережить и снова жить, надо к этому и стремиться, этого добиваться, все так и должно быть, ничего, все перемелится, знаете как, и все восстановится. Все, мои хорошие, до зустречи, будем вечером общаться уже из огорода, и еще раз всех с праздником, встречайтесь с родителями, общайтесь с родителями, цените родителей, любите. И у кого нет, вспоминайте почаще. Все, пока-пока. Всегда с вами Витя, Лена. Хорошее настроение на канале «Погода в доме». Пока-пока. Доброго раночку всем. Хочу вас привітати із Днем Матері. Сьогодні таке свято. Ну, таке, воно аж душа плаче. І хочу заспівати вам пісню таку, дуже мені дорогу, дуже... Пісня про те, як ви сказати, саме головне, саме, що, ну, мати – це начало життя, це ніяка мати не хоче, щоб війни, ніяка мати не хоче війни, понімаєте, щоб її син десь, вона народжує дитинку, кохає її, велеє там, а потім раз пропаганда і політики забирають цю дитину, і вона бідна йде кудись безвісти, як кажуть. Ніхто не хоче війни, ніякий ні народ не хоче війни. А політики і пропаганда, вони роблять нас, ну, коротше, портять. А я хочу вам про все світле, про саме головне, про матір. Це що може бути найкраще в світі? Просто люди не задумуються, багато хто вже... Мати дай мати там, а це ж, якщо подумати, це саме головне наше начало. Росте черешня, мами на городі, стара-стара, а кожен рік цвіте, що літа дітям ягодами родить. Хоч рідко хто з них дякує за те, що літа дітям ягодами родить. Хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана,
бачте, що був неуважний, знаю ви, молилися за мене, дні ночі сива моя мене. Живе старенька мати Господі, невтомні руки, серце золоте. Щодня й дітям, і онукам годить, хоч рік то хто з них дякує за те. Щодня й дітям, і онукам годить, хоч рік то хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви, молилися за мене, дні ночі сива моя мене. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю ви, молилися за мене, дні ночі сива моя мене.